Спасатели службы спасения и инспекторы ГИМС продолжают обеспечивать безопасность и оказывают всестороннюю помощь населению в селах Свата и Аргахтах Среднеколымского района. Напомним, что их подтопило в результате повышения уровня воды на реке Алазея. На местах проводится постоянное информирование жителей о складывающейся обстановке, осуществляется помощь в перевозке людей, поднятие имущества населения на возвышенные участки и другое. Паводка обстановка на территории республики развивается в соответствии с прогнозом. Продолжает свою работу группировка МЧС России в Среднеколымском районе, населенных пунктов Свата и Аргахтах. Все мероприятия по жизни обеспечению населения организованы. Работа ведется в соответствии с планами.